Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить игру «Зомби в городе». Вау. Штаб 4 уровня, ребята, я получил. Неплохо. Ух ты, надавали тут мне плюшек. Еще и подарок. Так, ладно, собираем крышки. Они нам нужны, обязательно пригодятся. Что тут такое? Ага, я получаю звезды. Пора расширить нашу деятельность. Прихватим пару примочек для штаба, чтобы можно было планировать дальнейшие улучшения. Вперед. Так, что там у нас Натали решила сделать? Мне вот это интересно знать. Какое она нам очередное делает испытание? Неужели охота на зомби, а? Слушайте, премиум призы. Так, три патрона. Так, редкий, обычный, там, ну, все понятно, рандомно все это вышло. За 15 кристаллов? Да ладно, не буду я это играть. Они и так у меня на вес золота, я еще должен их тратить. Так, а здесь-то что у нас? Ну-ка, давайте глянем по-быренькому. Так, я смотрю, чья-то базенка, да, 50 консервов на атаку. Слушайте, давайте, почему бы и нет? Вполне. Надеюсь, ага, хрен там она. Я думал, что здесь никого нет, но ошибся. Сторожевая башня по нам бомбит, плюс еще этот пулеметчик на машине. Слушайте, блин. Брик, главное не отдуплись, елки-палки, да что за фигня? Да, он погибает, ребята, он погибает у меня, осталось только Натали. Ё-моё, проиграл, вот это новости, ребят. Ха, вот это фокусы, блин. Так, что тут у нас такое? Это ежедневки-то, понятно, лагерь бандитов. Это нифига себе, я, называется, пошел. Напал, блин, на базеночку, а. Так, мне теперь надо их как-то отхилить всех, я так понимаю, да? Хотя... Так, что такое? Огненная башня. Тут фугасная башня и баррикады. Слушайте, в данный момент я могу сделать только огненную башню, но опять же мне не хватит крышек. Нужно 750, а у меня их всего 600. Но могу зато баррикад тут налепить. Ну, давайте вот так вот сделаем, да, по периметру, грубо говоря. Ну, тоже стоит недешево, конечно, но, тем не менее, хотя бы не так легко будет попасть на нашу базу. Вот так, что, все, что ли? Не знаю, почему 480 крышек у нас еще осталось, а почему-то мне дальше не дают. Хм. Хорошо. Так, давай, я вот не пойму, Натали, ты меня куда-то отправила, а не показываешь. Обычно ты мне даешь хоть какую-то подсказку. Может, в рукавицу надо в эту попасть? Давайте сейчас посмотрим. Так, в бой 50. Зараженные выжившие. А, елки ты палки. Не, давайте тогда уже мгновенно лечить. Слушай, а Натали что? Блин, ее отдельно что ли надо? Ё-моё. Вот тогда, ребята. Ну что ж, давайте тогда в бой. Поехали. Я надеюсь, у нас тут все произойдет без приключений. Давай, 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 быстрее гаси. Да какого... А, не, все нормально, ребята. Я уже подумал, что они плевали на зомбарей и начинают чисто здание уничтожать. Ну, здесь, как видите, все довольно легко и просто. И осталось у них главное здание. И победа за нами. Это ты хотела, Натали, или нет, а? Ну-ка, обрадуй-ка меня, блин. Так, отлично. Мы получили довольно неплохой бонус. Давайте еще сейчас зомбарей здесь постреляем. Так. Ну, конечно, немножко не то, что я ожидал. Консервы получил и крышки. Ладно. А, еще получил все-таки обойму. Ну, обычную. Ладно. Фиг, как говорится, с ним. Слушайте, нет, ребята. Не это задание она мне давала. Молчит, как партизанка. Хм, странно. Что мы можем еще тогда сделать с вами, а? Так. Здесь абсолютно ничего. Гидропоника. НПЗ какой-то, фиг поймешь. Фугасная мина. 15 крышек. А, давайте вот так вот сделаем, ребят, да? Смотрите. Опа, и, наверное, вот сюда. Это, я так понимаю, если кто-то побежит и
напорится на эту мину, она бабахнет. И кому-то будет не сладко. Давай-ка подлечись, наверное, сынок, маленько. 13 секунд, уж как-нибудь я подожду. Но мне вот до сих пор интересно, что Натали тут задумала. Где задание-то ионное, а? Увечья, 4 уровень. Давайте его попробуем, что ли. Ну, тут одна база. В принципе, думаю, пройдем легко и просто сейчас, да? Так, врываемся. И понеслась. Хотя их тут, блин, куча. Ну, дайте мне хоть какую-нибудь бомбу, гранату, чтобы я киданул в них. Ага, вот. На-ка, ускорение. Черт, надо было, блин... Надо, наверное, было все-таки коктейль Молотова бросить. Хотя их тут уже осталось-то, шижда не шиша. На-ка, выкуси, гад. Горите все. Так, а, блин, еще свалка трупаков тут оказывается. А, тут еще вот контейнера плюс гидропоника там еще вдалеке, я смотрю. Да-да-да-да-да. Тут надо уничтожить абсолютно все, не только их главное здание. Так, отлично. Лут, я смотрю, там великолепен. Давай, экстракшн, вали этот контейнер. И теперь все, да? Да, ребята, прошли 100%. Так. Лут, ящики. Бронежилет получили зато. А он на Брикса пойдет. Ух ты, тут супер редкий. Ну-ка, что мы получаем? Хо-хоу! А, нет, ребят, это... Так, мешки и колючую проволоку мы получили. Ну и крышки, естественно. Пока еще я не очень хорошо понимаю, что здесь куда. Крышек у меня полностью завал. Так, а что я могу? Нет, здесь я ничего не могу, потому что мне нужен 5 уровень. А здесь? Ну, это понятно, что лечить, это все ясно. Натали, тоже ничего не могу сделать. Так, на втором уровне убежище. Мне вот этот чувак нужен, если честно. Да что ты... Стой ты на месте, не дергайся, вот. Так. А для этого мне нужно, ребята... А чё, ничего не надо, все. Вот и пускай делается. 15 минут, и мы получаем с вами убежище 2 уровня. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем играть зомби в городе. У меня уже построился, так скажем, 2 уровень базы. Я нанял чувачка. И продолжаем с вами играть. Продолжаем. Так, что у нас тут? А, крышки полностью заполнены. Так, пища у меня тоже заполнена. Значит, нам надо что-то с вами делать. Куда-то это все тратить. Так, сердца 3, он у меня получает звезды. Останови фургон, тут хорошее место. Я покажу тебе, на что способен ОЗК. Ну что ж, давай проверим, на что способен ОЗК. Разведочка, ну это естественно, как же без нее, а? Так, делаем высадку. Настрое. Ах, ядрите. А, не, вот показали. Ну, я не знаю, стоит ли его сейчас лечить. Хотя, мгновенно можно, да, в принципе, сделать. Все. И давайте, ребята, теперь нападать на зомбарей. Потому что это основное сюжетное задание. Без него нам никуда. Да, здесь настоящая мясорубка. Нам никак не добраться до припасов. Давай, Кейн, тут трусам ничего не светит. Не боись, кроха, АЗК обеспечивает надежную защиту от кристаллизации. Надеюсь, это так, иначе спать тебе сегодня за забором. Давай за дело, нам нужно сфокусироваться. Так, ребята, у него скилл, у этого в биокостюме, это причем русский. Так, узри АЗК в действии, вот мы делаем. Это защита, ребята, дополнительная защита. И причем, как видите, вот вверху синяя полосочка. Это дополнительная защита от кристаллизации. Воу, шикарно. Причем, как я уже говорил, этот герой русский. Он сбежал с хим-лаборатории в свое время. Ну, это я так рассказывал, предысторию небольшую. С хим-лаборатории, на которую, естественно, напали зомби. Он единственный, кто выжил. И мы его подобрали, когда он там мимо проходил. Что-то он там вроде делал, я не помню. Короче, мы заработали его, взяли к себе на базу, и теперь он работает вместе с нами в компашке. Так, отлично.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Брик, ты задолбал так. Ну ты с моим топором так медленно все это рубишь, я не понимаю. Очень медленно. Надо тебя развивать, раскачивать нафиг. Так дело не пойдет дальше, а. Вот Натали, да, вот она из УЗИ так шпарит, будь здоров. А если еще под ускорением, ну, просто баба огонь. Ну что же, победа за нами, общий урон 100%. Мы сделали все, как говорится, чики-чики. Продолжаем. Довольно неплохой у нас лут. Теперь давайте здесь добывать зомбарей. Так, так, и кого-нибудь еще выберем, вот этого. Эх, немножко прогадал. Ну да ладно, ничего страшного в этом нету. Ух ты, блин, по десятке там. Ха-ха, я набрал консервных банок. Ну что ж поделаешь. Ну что это за фигня еще? Эй, завязывай давай. В свое время, ребята, имел неосторожность посмотреть здесь нечаянную рекламу, и теперь она меня преследует. Так что на будущее вам не смотрите здесь рекламу. Ну а мы с вами собираем все бонусы, что нам доступны были. Так, акции, да, что у нас тут? Ух ты, а, всего лишь один? Ну, елки-палки, такой чемодан, я думал, сейчас тут выпрыгнет. Всего один кристалл. Да, не густо, конечно. Так, ребята, здесь у нас ниши, шарики нету, абсолютно. Здесь бесполезно находиться даже, я бы так сказал. И что у нас? Вот видео, никогда не кликайте туда, ребята. Так, город Лачуг, большая дорога. Ага, сердца трех, мы выполнили задание. У пушек только один недостаток, они поражают только одного за раз. Вот огонь, другое дело, он выжигает все. Это он к чему сейчас сказал, я не понял. Ага, огненная башня, вот это намек. Понятно, ребята, давайте тогда ее установим обязательно. Давайте вот сюда поставим, сколько там, 7 минут будет делаться. Ладно, не беда, она нам, как говорится, не мешает, каши не просит. А мы в этот момент будем заниматься своими делами. Я думаю, может быть, даже куда-нибудь съездить. Ух ты, 650 крыжек, отлично. Получится, нет? Нет, ребят, нифига не получится. Как обидно, не хватает крыжек. Ну, а здесь вот, вот что нам нужно. Наверное, ребята, даже их хочется и колется. Просто крышки нужны. Что такое? Что такое за сигнал? А, пища заполнена. Ага, значит, надо ее куда-то тратить. 150 крыжек. Гидропоника до второго уровня. Идет строительство. Блин, огненное. Короче, тут понятно. Пока не сделается одно, нельзя сделать другое. В общем, я потратил кристаллы, чтобы сделать башню. И гидропоника у меня стала строиться. Ух ты, улучшать можно, ребята. Давайте-ка улучшим нашего Брикса. Так, отлично. А, Кейн. Почему его Брикс назвал? Он же Кейн. Елки-палки. Ну, это вообще уже... Это уже все. Финиш называется. И что? Я могу вот ее еще улучшить. Это же Натали, надеюсь. Да-да-да, Натали. Хоть ее-то не попутал, слава богу. Ладно. Ну что? Натали и Кейн у нас... И тебя можно, родной ты мой. Игорь его звать. Игорюша. Так. Да какого фига вы меня опять-то сюда бросаете, в эти достижения-то? Я и сам прекрасно знаю, что здесь ничего нету. Или есть все-таки? Ах ты, елки-палки. Понятно, есть там был кристаллик. Ну что, я получаю звезды, я их забираю, это естественно. Так, что там опять? Опять у Кейна какой-то разговор. А, нет, выполнили. Один пожаловал, теперь поглядим, на что они способны. Один пожаловал? Это о чем? Это о чем ты, Натали? Ну ладно, делаем разведку, как обычно. Так, один пожаловал. Я так и не врубился, про что она имела в виду. А, там жрет чувак трупачину. Да, с едой напряженка. Давайте нападать. Рвем, рвем. Так, эти хлопцы новобранцы-стрелки. Они поумнее ребят Кейна. Но не так, чтобы сильно. Они всегда отдают приоритет в атаке ресурсным зданием. Урон-то они наносят, но и сами мрут как мухи. Так что лучше их прикрывать. А, все, ребят, я понял, о чем идет речь. Это, короче, видите, вот я сейчас играю за Натали. А вот, это у нас просто так. Так скажем, наемник, самый простой, который просто найден на улице. Обычный человек, короче. Без каких-либо там скиллов. Просто как вспомогательная сила. Причем это у каждого. У Кейна свои люди, у Натали свои люди, и у Игоря тоже свои люди.
Так, ну что же, получили мы довольно неплохой лут, я считаю. Сейчас мы еще здесь на зомбарях подзаработаем что-нибудь. Я надеюсь, так, крышки, взрывпакет и мешки. Для чего мешки, я не понимаю. Наверное, куда-то пойдут для улучшения, да? Ладно, продолжаем. Не вздумайте, кстати, ребята, смотреть рекламу, которая там дает вам, вот, начинается, которая вам дает там в два раза больше бонусов, иначе она к вам прицепится, и все. До того, как я ее не смотрел, у меня вообще рекламы не было. Сейчас она меня досаждает. Если честно, надо будет поставить себе этот антирекламщик и играть нормально. Так, вылечить всех выживших обязательно, это надо. Сколько у меня? Давай, блин, я даже не знаю, давайте мгновенно. Сэнкс, да не за что. Так, и что у нас тут? Блин, 5 минут еще будет строиться. Игорь, что ты хочешь, Игорек? Что тебе надо, а? Я так и не понял, что-то рожа его там светилась для чего-то. Так, я его могу улучшить. Да, ребята, могу. Что ты там прокурлёкал, я не понял, блин. Не мог как мужик нормально крикнуть там: Кия, все спокуха лежать, блин. Что там пробормотал, блин, про себя. Ладно, не буду обижать нашего собрата. Так, что мы сможем с вами сделать, а? Опять рукавица? Второго уровня. Я уже, честно говоря, побаиваюсь куда-то на более серьезно нападать. Потому что вы видели прекрасно, как... Что? Улучшите фургон? Не надо ничего улучшать. Давай сюда, делаем высадку. Кромсаем их здесь. Отлично. Ох, какое тут жарево, ребят. Смотрите, что тут происходит. У-ху! Просто расколбас. Причем у Игоря, смотрите, чувачок с ружбайкой там был. Это его, как бы сказать. Ну, второй напарник его, короче. Будем называть его напарником. Так, давайте стрелять. Так, репеллент получил, приманочку и 50 крыжек. Ну, крыжек у меня и так в излишке. Я их даже копить никуда не могу. Поэтому как бы не очень доволен лутом своим. Да что ты будешь делать? Достал уже. Ну, хорошо, хоть такие, а не посмотри... Ну, как это... Игра включается, и ты обязан ее посмотреть. Просто как... Рекламный стенд вылезает. Это еще как бы терпимо. Так, ну что? Что будем делать, ребята? Большая дорога. Город Лачуг. А вот это, я так понимаю, уже реальный чувачок там стоит. Угу. Базенфук, или как-то так его звать. Так. Да ладно, не будем. Давайте в атаку. Там все нормальные там. Если немножко даже покоцанные, ничего страшного. Главное атаковать. О, нормуль. Да давай ты в зомбаря-то валите, чё вы там сразу в здание-то устремились? Ядрить его на корень, ребята. Да нет, все нормуль, пока нормально, так. А эти-то у меня там куда, интересно, делись? На, гори. Замечательно. Блин, нифига, эти краснорукие, оказывается, у нас плюются. Плевальщики они. Будем знать. Ну, опять же вам скажу, ребята, это еще лишь только начало. Это салаги, это не зомби, это так, детский лепет по сравнению с тем, что дальше будет. Так, ну что, конечно, пропускаю, я не собираюсь тут тратить ничего. Так, ну, блин, нафиг мне эти крышки, блин, надо их куда-то тратить, ребята. Их слишком дофига, 800 крышек, и я никуда не могу их деть. Лагерь налетчиков, ага, давайте глянем тогда уж. Так, блин, хотя, ну, можно попробовать, да? Попытка не пытка, как говорится. У него здесь что, одна вышка и машина, да? Черт, еще охранник. Так, давай, 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 давай. Каждый куда-то рассосредоточился, не пойму я. О, пошло дело. Так, напарника грохнули там. Фигово, конечно. Все, базу уничтожили. Теперь вышку. Так, перерабатывающий. Отлично, контейнер. И гидропонику. И все, и наша победа, ребят. Отлично. Там чертежи, насколько я помню. Да, все шикарно. Так, и опять у нас очередные зомби.
Так, нифига себе. Мы получили там с вами... О, чертежи. Да нет, не буду я ничего этого делать. Смотрите, редкий. Какой-то снаряд заработал. Хм. Да, думаю, что он нам в дальнейшем пригодится. Так, ну и что? Так, осталась одна минута, ребята. Крыжик у меня дофига. Одна минутка. Дозорная вышка будет сделана. Оу, 1200. А как интересно мне заработать столько крыжек? Интересный вопрос, да? Вам не кажется? Нет, не надо мне доната никакого, нафиг. Слушайте, значит, здесь как-то можно улучшать, чтобы вмещалось больше крыжек. Получается так. Излучатель вырубает всех врагов на большой территории. Ага. Вот он даже как, да? Чего? 4000 до второго уровня фургон. Да, а как крышки-то мне увеличить? Ха. Вот так вопросик. Неужели контейнер? Хранилище крышек, да? Точно, ребята. Надо его улучшать. 7 минут. Давай завершим эту гидропонику. Так, звездочки тут какие-то. Ну что же, теперь у нас будет больше крышек, ребята. Так, что тут у нас дальше? Пока ничего. Так, лечить за 143. Да, обязательно подлечим их. 8 минут. Ну, почти 9 они будут у меня лечиться. Забираем, наверное... звезду. Вау, я получаю 5-й уровень. Отлично. И у меня открывается штаб 5-го уровня. Ну и вроде бы пока все. Ладно, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях и продолжим играть. А на этом все. Всем пока, удачи и до новых видосиков, ребята.